Отдельная моя любовь – это наши котлеты, которые рекомендую пробовать всем. Это очень вкусно и полезно. Котлеты – не единственное, что может предложить компания «Северный дар» своим покупателям. В ассортименте производителя – мясные замороженные полуфабрикаты, сырокопченые и сыровяленые деликатесы, колбасы из мяса оленя и многое другое. Главный принцип в работе компании – экологичность. И здесь речь идет не только о самой продукции, но и ее производстве. Продукция из оленины – это вообще такой уникальный продукт. Ведь оленина – это экологически чистый продукт, который мы заготавливаем в северных районах Красноярского края. То есть все ценное, что может дать чистый воздух, вода и почва Красноярского края в экологически чистом месте, все это аккумулируется в оленине, и человек может получить уникальные аминокислоты, микроэлементы. Кроме того, это очень вкусно. Мы старались сделать так, чтобы продукт вошел в каждый дом красноярского потребителя, и каждый бы себе нашел какую-то большую любовь среди нашего продукта. Мясо оленя не только насыщает человека полезными веществами, но и способствует правильной работе сердечно-сосудистой системы, борется с авитаминозом и помогает организму восстановиться после перенесенных болезней. А главное, оленина легка в приготовлении. Полуфабрикаты можно запечь в духовке, пожарить на гриле или сковороде. Компания «Северный дар» на рынке более 10 лет. По результатам конкурса «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае» в 2023 году производитель занял первые места в номинациях. Продукты из мяса, продукты консервированные и полуфабрикаты. Кроме того, «Северный дар» имеет сертификат енисейского стандарта. Продукцию «Северного дара» с зеленой шишкой можно приобрести и в торговых точках Красноярска, и в интернет-магазине компании.